Здравствуйте. Это распаковка модуля оперативной памяти от компании AMD, который я приобрел на интернет-супермаркете Розетка.ua. Это ноутбучный модуль типа SODIMM DDR3L на 8 гигабайт объемом. То есть данный модуль является DDR3L Low Voltage, то есть у него 1,35 его рабочее напряжение. Планка, как я уже сказал, 8-гигабайтная, продается в упаковке, как вы можете видеть, в таком запечатанном блистере, опломбированном со всех сторон. Этот модуль памяти я приобрел для своего ноутбука, где стоят две планки по 4 гигабайта. Я хочу сделать две планки по 8, чтобы получить общий объем 16 гигабайт. Ноутбук не новый, в нем не DDR4, а DDR3 память, но все равно я решил, что стоит сделать такого рода апгрейд. Давайте откроем блистер, посмотрим, как выглядит сам модуль вблизи. Так, вскрываем пломбочку. Ну, только будто аж приклеен. Итак, что мы видим? Память имеет следующее описание, характеристики. Тайминги 11.11.11.28. 1600 МГц тактовая частота базовая. 8 ГБ, 1.35. Чипы памяти распаяны как с одной стороны, так и с другой стороны симметрично в 8-гигабайтной версии. Память отличается демократичной стоимостью, имеет много хороших отзывов в интернет-супермаркете Розетка от других пользователей. Номер модели следующий. Надеюсь, что все будет хорошо, и данные два модуля по 8 гигабайт будут хорошо работать в моем ноутбуке. Спасибо.